хуйню. Видите, интернет у меня не подключается. Провайдер вот такую хуйню каждый раз творится, блядь. Короче, хожу, бля. Сейчас, блядь, World Hunter не входит. И интернет после такого вот это пишет. До этого еще другое принесал. И сейчас нахуй рано или поздно подключится. Смотрите. Фокусы, блядь. Вот, пожалуйста, с третьей попытки. Но это хуя, случается, и ждем. Оно сейчас нормально подключится, все браузера будут работать. Вот нахуй. Смотрите, все работает. После чего за такая хуйня произошла? После того, как я загрузила World Hunt. Monster Hunter. И там, короче, нахуй, черный экран и все. И после этого вот такие ошибки выдает Windows 10. Что это, блядь, такое? Мои провайдеры ничего не хотят с этим делать. Ну, сейчас вообще мои провайдеры ни при чем. Типа, у меня не слетали браузеры. Мои провайдеры виноваты в том, что браузеры слетают, когда... Ну, типа, не открывается Steam, пишет, что нет сети, хотя сеть есть, блядь, интернет работает. Типа, вот эта вот вся хуйня, даже не начинайте. Вот, не надо это вот... Не провайдеры, никто там умничают. Не надо это начинать, это просто хуйня. Что вот здесь, вот, типа, выключите сеть, вот это вот. Это мои провайдеры правы, это, ну, я говорю как опытный человек. Вот это ничего не работает. Ни хосты вот эти вот чищения, некоторые говорят, залезь там хост очисти. Нихуя! Пропиши там в этот Google 4.4 восьмерки вот это что. Нихуя не поможет. Просто оно автоматически заработает, у кого напрямую интернет подключен. Что это, блядь, в России творится? Причем Monster Hunter не запускается. Просто черный экран сейчас, и после этого ты перезагружаешь компьютер, и какое-то время у тебя видуха не включается. Сбой какой-то происходит, короче, с видухой. Ну, это сейчас у меня был сбой с видухой, с моей. Ну, или не с моей видухой, либо что-то с игрой, ёбаная, творится в России. Я не знаю, что это вообще такое. Вот. А браузер, когда ваши, я как считаю, что провайдеры виноваты, это когда ничего нахуй не открывается. Ни один браузер, ни вот это... Ничего, а потом он автоматически через минут 5 начинает работать. Или там тоже такую же хуйню пишет, вот, которую сейчас писал. В общем, что это вообще такое, напишите. Что это за хуйня в России такая? Поможете. Мне и провайдерам. Я им мозги ебать не буду. А они мне мозги ебать не будут. И на мне хорошо, и им будет хорошо.